Генераторы, печи, мотоциклы, маскировочные сети, тепловизоры, средства радиоэлектронной борьбы, продукты и даже алтайский мед. Неравнодушные жители региона вновь передали посильную гуманитарную помощь на передовую. Народный фронт посылки сформировал и организовал очередную отправку за ленточку. Очередная погрузка в ЛНР, ДНР, в Запорожье для бойцов, мобилизованных, а также контрактников с Алтайского края. Сегодня мы грузим резину, автомобили, различные специальные средства по заявкам от бойцов. На следующей неделе бойцы уже получат все наши с любовью собранные посылки. Активное участие в погрузке по традиции приняли волонтеры разведки Сибири, а также студенческие отряды края и те, кто просто не смог остаться в стороне. Благодарят постоянно. Я думаю, что больше вот эта вот взаимосвязь, она, конечно, помогает им даже больше морально, может быть, нежели иногда материально. То, что они получают, то, что они чувствуют эту обратную связь с домом, что мы здесь вместе с ними, что весь наш край, регион и страна всеми своими силами помогает решать им свои задачи. Напомним, помочь защитникам Родины есть возможность у любого желающего. Пожертвовать денежные средства можно на сбор «Все для победы». Благодаря вашей помощи Народный фронт сможет приобрести алтайским бойцам генераторы, беспилотники, РЭБы и все то, что каждую минуту спасает им жизни. Валентина Аскерова, «День с толком».